Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков провел встречу с участниками волонтерского движения Звенигорода в городском детском саду номер 6 «Матрешка». Парламентарий поблагодарил активистов за работу по оказанию помощи жителям в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и вручил им благодарственные письма от Московской областной думы. Наградами были отмечены 13 волонтеров.